Всем привет! Мы на очередной рыбалке. Выбрались мы на Днепр. Приехали сюда в 3 часа ночи. Ну, пока ничего не клюет. Дело в том, что ветер восточный, а, как говорят, при восточном ветре очень плохо клюет. Но мы это будем проверять. Заняли мы с Ирой место в камышах. Два места. Сейчас покажу. Вот это одно место. Это я тут забросил сюда пружины. И второе место. И второе место вот сюда. Тут мы с Ирой будем сидеть, а если там клюнет, то звоночки зазвонят. Ну, короче, посмотрим, как оно клюет все при восточном ветре. Как будет клевать, смотрите. Клев плохой, ветер восточный все-таки сказывается. Ира уже поймала две плотвички, а я решил забросить резинку. Все-таки может на резинку что-нибудь и клюнет. Ну, посмотрим дальше. Браконьеры, как всегда, на месте. Девять утра, ничего не боятся. Все куплено, наверное, в этом государстве. Начался прилив. Удочка уже вся в воде стоит. Клюнула маленькая плотвичка на червячка. Вот такая. Карась. Хороший карась. Опа. Какой красивый. Большой. Ну вот карась такой хороший клюнул. Добрячий. Вот на эту пружину я ловлю на кукурузу и на пуфик. Но это уже радует, что начался клев, первый карасик и довольно-таки неплохой. Это уже хорошо. Вот так получается. Вот такие бутерброды. Сейчас вот это сюда воткну, чтобы
чтобы не запуталась за эту леску. И все, подходит и клюет, и на эту тоже. И забрасываем. Ветер, конечно, немного мешает. Есть? Угу. Угу. У Иры очередная плотвичка. Хорошо клевала, ты видел? Нет. У Иры что-то клюнуло. И тащит. Вот. Сопротивляется. Ой, ой, вот оно где. О, саму. Господи. Карасик. Вот и Ира карасика поймала. Маленького. Карасик. На опарыш взяла. Что ж сопротивляется? А вон она что-то. Плотва. И твой поплавок. Две плотвички. Маленьких. Забил. Есть там карась. Вон он. Сработала моя снасть самолет. Ай, тут запуталась. Вот на эти боковушки я повесил короткие поводочки. Вот они. И клюнул как раз на, именно на тот поводочек, что на крыле. Вот он. Такой карасик. Ветер восточный клевать не хочет вообще. Ну вот, наживил я вот так этот самолет. Теперь вставляю кашу, тут и кукуруза есть. Оно нормально вставляется, вот так раз. И все. Теперь эти маленькие поводки сюда вставляю, каша размокнет, и потом поводки повсплывают вот так над кашей. А чтобы забросить, то так делаю. Вот так получается такая ерунда. И все, и забрасываю. Thank you.
Что ж это у нас клюнуло? Что-то хорошенькое. А и в траву завело там. Отличка. А клюнула, как будто там гигант какой-то. Ветер восточный, рыба не клюет, клюет одна плотва маленькая, на опарыш, больше ни на что не берет. С откусанным хвостом, смотри. Ну и опять клюнула на самолет. Видишь, на маленький крючочек. Вот такой карасик и на самолет. Окраска послезала. Обычно не слазит.